Здрасте. Мордасте. Let this dream to become a dancer. Слышь, пляжный, далеко собрался? Да. Почему коп против меня? Слушай, ты пошел на. Погнали, пацаны. Угу. Привет. Меня слышно? Да. Ебись. Проблема с управлением, то есть то, что я объяснял сейчас недавно совсем, да, вызваны тем, вот я только сейчас это, скорее всего, понял. Ух ты, как у нас получилось. Вот это вот сейчас были трюки, а вот это сейчас были трюки. Как? Так. С тобой что? Хуй. Со мной всегда, при мне. С тобой хуй. Да. Да. Отлично. Быстро. Ты куда так залипаешь? Здравствуйте. Арбуз почем? Я арбуз не торгую, братан. Мы сейчас как-нибудь весело еще доедем. Да, садись ко мне. Сейчас я... Как я? Ты сквозь меня перелетел, что ли? Нет, я под тобой пролетел. Ну я понял, подо мной, да? Под тобой, да. Подо мной. Под с тобой. Опа! Ты, подожди, ты не любишь бухающих самок? Пошел нахуй! Ну что, лежишь? Вставай на лыжи. На работу пора. Чистить, иди говно. Иди говно чистить, я сказал. Чисти. Раз. Я сейчас ноздрю сожру. Хочешь? Блин, не всосалось. Ах! Так, кстати, ковер прикольный. Сам шил? Мизови спрашивает, где можно купить благородного гуся за хорошую цену? Вопрос к тебе, Сань. Я бы ответил. Хорошо. Берешь черный джип, садишься на нем, едешь до автомагистрали. На автомагистрали поворачиваешь на второй поворот налево. Там съезжаешь в лесок. В леску будет один пенек. На пеньке написано: сюда не ходи, дворцовые две кресты забери. Дворцовый крест забираешь, налево на магистрали выезжаешь. На магистрали поворачиваешь направо, на магистрали разворачиваешься, потом поворачиваешься направо, выезжаешь на МКАД, на МКАДе ловишь Володю Пупина. Пупина садится тебе на заднее стекло, ты садишься на заднее стекло к нему. На заднем стекле ты видишь, как Сирфич играет GTA 4. GTA 4 ты запускаешь, потом GTA 4 проходит проверку антивируса, антивирус ты выключаешь. Выключаешь, идешь домой, во двор, заходишь за батоном хлеба, батон хлеба отключаешь, там идешь за гусем. Гуси отвечают, где мои деньги, ты говоришь, вот 3000, он дает тебе бабло, ты там ловишь гуся. Вот и ответ.